Более 300 студентов Казанского федерального свои учебные будни посвящают изучению и разгадкам тайн истории языка Турции. Ежегодно студенты занимают призовые места на всероссийских олимпиадах по турецкому языку. А в этом году олимпиада впервые прошла в стенах Казанского федерального. В общей сложности более 80 человек подали заявки на 8 номинаций. Некоторые, конечно, повторялись. И, в принципе, на сегодняшний день мы чествуем 44 победителя в разных номинациях, включая и письменный конкурс, и устный конкурс, конкурс видео, конкурс фото. Помимо привычных направлений олимпиады, как устная и письменная часть, были и такие, как поэтический конкурс. К примеру, студентка Крымского федерального университета Эдия Асанова прочитала грустное турецкое стихотворение о разлуке с любимым. Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim, hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek sen diye atıyor. Oy gece gözlüm oy. İstanbul seni kokuyor. Олимпиада для меня – это не просто доказательство своих способностей, это также общение со студентами разных национальностей, разных вероисповеданий, всех которых связывает любовь к турецкому языку и к турецкой культуре. Любовь к турецкому языку объединила не только студентов двух федеральных университетов. В Казань также приехали гости из Астраханского государственного университета. И команда заняла первое место в игре «Что, где, когда» и прошла проверку знаний турецкой культуры и истории. Ребята приняли участие во всех конкурсах, например, в конкурсе турецких песен. Ağlatmıyor kimse senin gibi. Это была первая олимпиада в Казанском федеральном по турецкому языку. В следующем году она ожидается в еще больших масштабах. А пока мы говорим участникам «Хош Чакалын». Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.